Эльза! 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 А ну пошел из нее, скотина! Алло, полиция, убили, мою жену убили. Я Мамонов Сила Игнатьич. Мамонов, жену убили, говорю. Есть, ну, если когда-то куда-нибудь выезжаешь, ты там сидишь на чемодане, а когда съезжаешь с девушкой, я даже просто не знаю таких примет. Я тоже не знаю, я не суеверная. Вот. Но мне кажется, было бы неплохо. А, да, конечно. Привет. Подожди. Бросай. Ты что, все? Это все твои вещи? Я просто не привязан к артефактам в своей холостяцкой жизни. Кроме этого, смотри. Осторожней, пожалуйста. Иди сюда. Послушай, я просто очень привязан к этой коллекции и очень ядрен. На, я тебе сейчас кое-что покажу. Это очень лично, еще никто не видел. Ты смотри, а! Послушай, мы просто созданы для друг друга. Да, не говори. Какую будем ставить, мою или мою? На моей территории. А, все понятно, знаешь, мою. Логично. Аккуратно. Аккуратно. Угу. Алло, да, алло. Да, слушаю, говори. Так. Хозяин строительной фирмы говорит, что убили его жену. А как... А, Мамонов? Я понял, хорошо. Да, хорошо, выезжаю. Хорошо, принято. Давай. Я поняла. Так, все, я ушел. Вечером вернешься? Да, приеду и все разберу. Так, пожалуйста, не слушай без меня музыку. Ну что ты, не слышишь? Все, давай, ушел. Оставьте сотрудников в покое! Следственный комитет, следователь Леонидов. Ты здесь главный? Я здесь главный. А вы, как я понимаю, этот?
Мамонов, Сил Игнатьевич. Да, я, слушай, я тебе расскажу, как все было. Угу. Черный душитель, он наизу душит. Окей. Да, прости, а я бегу ее спасать, мне по башке стукнул, убежал. Одну секунду. Трупа в доме нет. Вот, я говорю, нету, украли! Камеры проверили? Проверь, все, пожалуйста. Уже проверяем, Алексей Алексеевич. Посмотри везде. Эльза? Эльза, это ваша жена? Добрый день. Здрасте. Силушка, а что здесь происходит? Ты где была? У косметолога была, сегодня же четверг. Я же убили. Милый, ну что ты так с утра наопохмелялся-то? Иди сюда. Сила, иди сюда. Ну, иди ко мне, иди. Камеры показывают, но запись не идет. Я прошу прощения, что нарушаю вашу идиллию, но вам придется заплатить штраф за ложный вызов. Да пойми ты, я видел, как ее душат. Видел, поймишь ты. Мы на «ты» с вами не приходили. Ну что? Алексей Алексеевич, камеры записи отключены. Но, с другой стороны, и состава преступления нет. Нет. Все, поехали домой. Все. Я не буду больше пить. Молодец. Допью коньяк только, ладно? Подожди. Извините. У него большой строительный бизнес. Он много работает. Угу. Устает. Поймите, пожалуйста, ситуацию. Ах ты, паразит! Это кто, ваша мама? Да, моя мама. Где этот свин? Сила позвонила и сказала, что меня убили. Так вот она перезвонила. А это ваш отец? Нет, мой папа умер. Это мамин бойфренд, Денис. Я понял. Все, я откланиваюсь. Не готов наблюдать эти сцены. Все хорошо. До свидания. Как я испугалась. Мама. Господи, Бороди. Я тебе говорила, так, уходи. Так, все. Алкоголик, его ничего все. Не исправит. Мама. Господи, как я испугалась. Я забыла, что у тебя есть ключи. Да? Как твой день? Ничего, нормально. Целый день думаю, как бы скорее сбежать домой. А это этот распускающийся чай? Угу. Пусть это будет наш первый цветок в честь нашего первого дня совместной жизни. Красиво. Угу. Я просто не успел купить цветы. Я поняла. Алло. Алло. Это Сила. Какая Сила? Сила Мамонов. А ты, Леонидов? Господи, откуда у вас мой номер телефона? Прости, я пробил тебя у знакомых. Говорят, ты профи и честный очень. Поэтому надо встретиться. Да. Ну, поговорить. Ой, прости, я опять тебе тыкаю. Я не хотел. Не, ты не подумай. Это просто я тебя уважаю очень. Так, послушайте меня. То есть вы считаете, что сотрудник Следственного комитета по первому звонку должен куда-то сорваться? Слушай, ну не было никакого ложного вызова. Нет, я...
Кстати, жену опять не могу найти. А не, вроде нашел, вроде в ванной моется. Вот. Погоди. Да ты ж! Что? Черный? Он окинул! Да я тебя! Алло. Ну да, так бывает. Я сейчас проверю быстренько, что там у него случилось, и вернусь. Саш, я скоро. Я принимала ванну. Вдруг зашел Сила, закричал и упал в обморок. Да не так все было. Не так. Это был черный душитель. Ну, да подожди ты. В балаклаве, в этих колготках. Он душил ее опять снова, понимаешь? Я его почти схватил. Поскользнулся и башкой трахнулся об пол. Башка раскалывается. Эльза. А? А вы сказали, что вы принимали ванну. Почему пол сухой? Так это я протерла, там кровь была. А Сила любит, когда пол очень чистый. Я люблю в ванной на полу посидеть. Ну, господин следователь Леонидов, какие немедленные разыскные действия будем предпринимать? Сила Игнатьевич, я вам настоятельно советую лечь в наркологию. У вас серьезная стадия алкоголизма. Вот не надо мне здесь! Я не алкоголик, уйди! Леонидов! Сила, подожди, иди. Да отстань ты! В порядке я! Может, следователь прав по поводу госпитализации? Ты меня слушай, дура, а не следователя. Валить надо из этого чертова дома. Силушка, Силушка, тебе за руль нельзя, ты выпил. Человек собьешь. Заткнись. Бесит меня все здесь. Пойду ночевать в городскую квартиру, а ты давай к мать. Может, я с тобой, а? Почитай, жена мужа своего. Сказал к матери, значит, к матери. Хорошо. Ты не спишь? Был опять у Мамонова. У него второй раз глюки, как будто у него жену убили. А жена жива. Бред какой-то. Бред. Леша, я тебя знаю. Если ты по-прежнему об этом думаешь, значит, тут что-то не так. Пойдем спать. Сейчас. Сейчас пойдем. Иди.
Да, Серега. Что? Из Мамонова? Когда? Дяденька, отойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Пойдем, рассказывай. А что рассказывать? Начальство сказало подключать тебя. Ты у нас самый большой специалист в области убийства жены Мамонова. Пожалуйста. Ничего себе. Ага. Кто нашел? Ребята-эвакуаторщики приехали с утра убирать машину неправильно припаркованную. И вот обнаружили. Убийцу не видели. Камер наблюдения здесь нет. Как умерла? Задушили. Руками в перчатках. Все правильно, как говорил Мамонов. А, вещи, мобильник? Я все при ней. Все при ней. Значит, не ограбление. А сколько умерла? Около полуночи. Около полуночи. Ага. Как раз я выходил от Мамоновых, а Эльза поехала к матери. Да, тут ее кто-то подкараулил. О, дай я с тещей поговорю. Пожалуйста, это не моя мама, иди поговори. У меня без тебя тут проблем куча. Мы сегодня ее заберем отсюда, нет? Она ведь мне звонила сегодня ночью. Сказала, мамочка, Сила опять пьяный, можно я приеду? А из-за нас жила 2 недели, пока муж пил этим летом. Он ведь как пьяный поколачивал ее. Знаешь что, я не привыкла, чтобы мою дочь посреди ночи выкидывали из дома, как собачонку. Так я вам сейчас устрою. Только мама, просыпайся. Мам, только без скандалов. Не просыпайся. Да не проснется он, так, спит. Собирайся уходить от него. Мама. Что, мама? Что? Вот твой отец меня за всю жизнь пальцем не тронул. Денис пылинки сдувает. Ну, уважай себя хоть немного. Так, пошли. Сама пошла отсюда. И не смей против меня жену настраивать. Ой, ты посмотри на него. Защитник семейных ценностей. Пьянь, алкоголик. Какой есть. А семья – это святое, из нее только в могилу. Да что ты говоришь? Мама, мама, мам, ты иди, мы сами разберемся. Ладно, осторожно, тихо. А, мам. Сами? Ну что ж, ты только тогда в следующий раз мне не звони и не жалуйся. Марина Семеновна, я правильно вас понимаю? То есть Мамонов угрожал Эльзе убийством, если она подаст на развод? Я думала, что это пьяная болтовня. Как вышло? Здрасте. Здрасте. Леха, Леха. Ау, ау. Компьютерщики пробили мобильник Мамонова на последний созвон и геолокацию. И чего? Значит, звонил некой Валентине Поповой. К ней же и поехал. Вот адрес. Валентине Поповой. Здравствуйте. Здрасте. А ты пробил? Кем она является Мамонова? Ну, обещаешь начальству. Значит, работала у Мамонова маркетологом. Через год решила открыть свою фирму и работать с натуральной косметикой. Только название забыл. Сейчас скажу. Здрасте. Здрасте. Пригожин. Пригожин? Да, на Урюк похоже. Смешно. Ладно, хорошо, дует к этой-то Поповой, а я к Фегину. Ох, заволчу. Кто там? Валентина Николаевна, это Следственный комитет, следователь Барышев. Открывай. Алёш, открывай, там у меня друг работает, Леонидов. День добрый. Здравствуйте. Мамонов у вас? Сила, Игнатьич. Ну что же вы от нас бегаете-то, а? Скрываетесь? Да нет. Вчера жутко стало. В городской квартире я вон Коле зарулил. Да вы не подумайте, чего я на диванчике спал. Жене не изменяю. Мертвой жене. Что? Он шутит. Наверное, да? Нет, никаких шуток. Сегодня ночью по-настоящему вашу жену задушили. Возле дома тещи. Моя женщина. Вы что? Что вы говорите, Эльза? Нет, этого не может быть. Очень даже может быть. Гражданка Попова, жена Мамонов. Вы задержаны для дачи показаний. Пожалуйста, проследите с нами в СК. У вас 2 минуты. Но у нас железное алиби. Мы всю ночь вдвоем были здесь. 2 минуты. Алёш, поехали. Я верю, Леонидову, он разберется.
Самачева вытанцовывается. Значит, получается, что Мамонов нам специально подкидывал свои видения для того, чтобы, ну, отвести от всех подозрения. А Валентина Попова получает своего пособницу. А Валентина Попова... Смотри, допрашиваем Мамонова и Попову по отдельности. Ну, естественно, они друг для друга, это алиби. Или хотят, чтобы мы так думали. Леонидов, ну что, наконец-то узнал, кто Эльзу того? Я ж тут следователь, а не гений. А вот ваши успехи, Сил Игнатьевич, меня прямо очень радуют. Стабильный прирост бизнеса за последние 15 лет. Неплохо. Все почему? Потому что народной житейской мудростью живу. Я же родом-то из деревни. Из деревни? Из деревни. И сам в люди выбился. Батя мне правильный путь указал, советы давал. Самое главное в жизни — это упорство. Что схватил, не отпускай, идешь, разбери топор. Батя у меня кремень был. Кремень. А с Эльзой вы познакомились уже, когда в город переехали? Ну да, 7 лет назад. Я тогда бизнес наладил, и все можно было оставить уже на зама. Я первый раз, видишь, нет, в отпуск поехал. Там их и встретил. Так очень мозговитая, да и фигура не мою. Ну, собственно, потому и выбрали Эльзу. У успешного бизнесмена жена должна быть как Барби, красивая и глупее мужа. Только вот я одного не предусмотрел, что к Эльзе мне еще и теща прилагалась. 30 штук. 30 штук за что? За какую-то канитель с лампочками. Это кем надо быть, чтобы верить торгашам, которые по домам ходят, а? Сила, это бьюти, гаджет новейшего поколения со скидкой 80%. Да если бы я хватал все, что мне дают со скидкой, я бы весь бизнес давно остался. Ты что сидишь, теща, скажи ей. И скажу, что ты за день пропил больше, чем этот прибор стоит. Что? Да то, что жену свою мог бы в люди выводить, одичал уже с тобой. Всех обвиняешь, кроме себя. От самого перегара несет. Мухи на лету дохнут. Да у меня работа! Да пошли вы обе! Работа у него! Мама! Все, успокойся. Пьянь, уходи от него. Это еще купишь себе. А с Валентиной вы, ну, как, душой отдыхали? В смысле? Нет, ты что, нет. Даже не-не. Нет, я ее к себе на работу фирму устроил, а это не-не-не-не. А почему же вы с Эльзой не развелись? Детей-то нет. Батя меня учил, что семья — это святое. Из семьи его выход только вон в могилу. Слушай, я поехал, ладно? Мне выпить просто надо, понимаешь? Как поеду? Так. Сергей Иванович, вы вообще задержаны, на секундочку. Да не убивал я Эльзу, ты не понимаешь, что ли, этого? И этого душителя черного, ну я же видел, я тебе говорю, у меня по башке это не глюки. Так, Сергей Иванович, единственное, что я смогу для вас сделать, это еще раз осмотреть дом. Да ты делай то, что хочешь, Леонид. Ты просто мне поверь, и все, я тебе не вру. Да у вас какие были отношения с Эльзой? Ну, мы с детства дружили, вместе ездили на море отдыхать, а потом она вышла замуж, и наши пути разошлись. Поссорились? Да нет, ну просто как-то наши пути разошлись. Я стала заниматься карьерой, получала второе образование. А она? А она выбрала красивую жизнь. Бутики, распродажи. Косметолог раз в неделю. Ну, мы так изредка встречались на кофе, но говорить особо уже было не о чем. Понятно. Скажите, а вы знали, что Мамонов ее бил?
Нет. Она бы про это никогда не сказала. Она его очень любила. Хорошо. А какие у вас отношения были с Мамоновым? Вы все-таки работали на него? Ну да. Работала, пока не уперлась в стеклянный потолок. Дальше же вверх по карьерной лестнице только мальчиков пускают. Алёха, ты это здорово придумала с маркетингом для столичных инвесторов. Голова. Сила. Ау. Я вот о чем хотела поговорить. Чего? Ну, мне кажется, мы оба понимаем, что я буду лучшим замом, чем Никитин. Оля, ты же понимаешь, что одно дело продажи, другое дело по стройкам шариться, шороху наводить. А я сейчас чем занимаюсь? Я тебе честно скажу, ты только не обижайся. Ладно? Строительный бизнес — это не женское дело. Точка, все. Каждый останется на своем месте. Ты по продажам, Никитин по всем другим вопросам. Хорошо. Вот я ушла. Открыла свою линию профессиональной косметики по старинным рецептам, но Мамонов мне помог выбрать название. Пригоже. А чего так? А он говорил, что если бы у него была сестра, то родители бы ее назвали Пригоже. Но он один в семье. Нет, я почему помогал? Не знаю, ну, из чувства вины, наверное. Но все время так. И с Эльзой также сначала наорет на нее, довезет до слез. Потом ювелирный за подарками. Как будто золото можно все искупить. Хорошо. Ким, дай перчатки. Так. Граф Малкович и не подозревал, что жена ему изменяет прямо у него под носом. А любовник жил прямо здесь, в поместье. Да, неплохо. Да, везде описание благородных, героических мужчин. И все они не похожи на ему. Алексей Алексеевич, ау, взгляните. Давай. Я изучил содержимое ванной и нашел вот это. Подожди, а Эльза и Мамонов, они же не блондины. Опытом могу сказать. Это мужской волос, сидеющий, массово лысеющий. Массово лысеющий. Сидеющий, массово лысеющий. Ну, совсем не герой романа Эльзы. Ну, на вкус и цвет. Ну, да. Да. Здорово, ты где? Да Валентина сказала, что Эльза посещала салон раз в неделю. Ну ты же знаешь, как эти косметологи-парикмахерши болтают. Слушай, и заодно выясни, не было ли у Эльзы любовника, лысеющего блондина. Какого блондина? Лысеющего. Ты издеваешься, Леша? Здрасте. Я из следственного комитета. А, вот. А, мне бы увидеть вашего мастера. Зовут Нина Задорожная. Минуточку. Нина! Кто? Так и сам могу. Здрасте. Здравствуйте. Следователь Барышев. Следственный комитет. А что случилось? А, скажите, пожалуйста, Эльза Мамонова – это ваша клиентка? Да, она каждую неделю ходит на процедуры. Вот тут записано все. Вот. Вот, примочки, обертывания. Примочки? Обертывания? Ты что? Почему такие вопросы мне задаете? Вы у Эльзы спросите. Я хоть и не врач, но тайну клиента уважаю. А, пройдемте. А, тут такое дело. А? Дело в том, что Эльза Мамонова погибла. Что? Ей обстоятельства выясняются. Убил он ее все-таки, да? Кто убил? Муж. Я ей примочками синяки
Снимала от побоев. Она первый раз пришла, упала. Второй раз об угол стукнулась. Я ей говорю: Эльзочка, тебе не надоело врать-то, а? Ну вот, она мне и призналась. Я же по глазам все вижу, она и призналась. Понятно. И что, какие были у нее планы? Ну, конечно, от мужа уйти. Она даже собирала документы на развод. То есть она сама это приняла решение? Нет, ничего конкретного она не говорила мне. Клянусь, не говорила. Ага. Понятно. А может быть, она вскользь упоминала о том, что у нее есть какой-то знакомый такой лысеющий блондин? Нет. Точно? Не помню такого. Жаль. Леонидов. Слушай, я всю голову себе сломал, чтобы вспомнить что-нибудь полезное, и ничего полезного не вспомнил. А вот вам загадка, Сил Игнатьевич. Есть у вас знакомый лысеющий блондин? Лысеющий? Нет, извини, нет. А, нет, дед у меня был блондин, ага. Земля ему... Боюсь, это не тот человек, который меня интересует. Может, кто из сотрудников? Видишь, я всех-то их не знаю. Ты у Женьки этого, Никитина, поинтересуйся, у зама моего. Или лучше у Валюшки. Валюшка такая, она всех знает, все помнит. Может, я ее всю жизнь любил. Может, я поэтому к ней ночью приехал, а? Никаких других причин больше не было? Не помню я. Нет, меня что-то так находит такое, что я вот вроде помню, что делаю, а потом все не помню. Это называется алкогольный полимпсест. Как? Полимпсест. А. Провал в памяти. Да я-то не алкоголик. Вот дед у меня пил, тот ого. А. Земля пусть ему будет. Там его зам с адвокатом пожаловали. Сил Игнатьевич. Евгений Никитин, заместитель Сила Игнатьевича, это его адвокат. Мы знакомы. Истекает 48 часов с момента задержания. Советую вам освободить моего клиента или предъявить обоснованные обвинения. Спокойнее, парни. Вы придержите коней. Оформим подписку о невыезде, можете забрать его. Стресса стало резко падать зрение. Врачи говорят, нужно срочно делать операцию. Ой, господи. Делают такие только в частных клиниках. И надо торопиться. Сейчас каждый день на счету. Лёш? Ау. Проходи, пожалуйста, познакомься. Это мой двоюродный брат, Глеб. Глеб. Алексей. Очень рад. Саша много про вас рассказывала. Вот как? А мне почему Саша про вас ничего не рассказывала? Вопрос, почему? Ну, уехавший родственник, как отрезанный ломоть. Присаживайтесь. Спасибо. У меня мама всегда так говорила. Я просто после школы сразу в Москву уехал. Там сначала учился, потом работал. Ага. Где работали? Ну, компьютерные технологии. В основном Data Science. Мы в детстве вообще были уверены, что он вундеркинд. И его мама, моя тетя, очень переживала, что он вообще свихнется на этих всех своих недоказанных теоремах, типа... Теорема Ферма. Ну, на самом деле, теорема Ферма уже доказана. Сейчас меня больше интересует гипотеза Боннесена-Фенхеля. Какое трехмерное тело наибольшей величины имеет наименьший объем? Ну, вот. В общем, тетя переживала, что он сойдет с ума от напряжения. Я понимаю вашу тетю. Ну, подвела меня банальная арифметика. Заказчики кинули. От такого стресса стало резко падать зрение. Но сейчас нужны срочно деньги на операцию. Кредит мне как фрилансеру, естественно, не дадут. Поэтому приходится спросить у родного человека. Что же говорят родные люди? После смерти мамы Саша моя самая близкая родственница. Саша, мне правда неловко. Я после аэропорта сразу к тебе. Я вас, наверное, стесняю. Нет. О, послушай, даже не думай об этом. Ты совершенно спокойно можешь остаться у нас переночевать. Да, Леша? Да. Спасибо большое. На первый взгляд Эльза Мамонова – типичная жена алкоголика. Она скрывает побои, выгораживает мужа, делает вид, что у нее все хорошо.
Но я уверен, что у нее была какая-то тайна. И эта тайна убила ее. Саша, хочешь, я сегодня до работы провожу? У меня как раз дела в районе твоей школы. Ну и отлично, а я вас подвезу. Доброе утро. Доброе. Спасибо за приют. Я здесь причем. Саша, спасибо, скажи. Ну так что насчет подвезти? А ты не опаздываешь ли? Я? Ты одета, я одет. Вот. Глебу, как я понимаю, тоже нужно, да? 3-5 минут, чтобы одеться. Супер. Отличная идея. Ну, да? Ну замечательно. А я в это время позавтракаю. Бутербродик съем. Слушай, да. А ты теперь каждое утро будешь меня на работу возить? Посмотрим, как получится. Какой вкусный бутерброд. Я с собой тебе положу. Спасибо. Ты знаешь, как я завтраки делаю? Бомба, закачаешься просто. Правда, их никто есть не может, кроме меня. А так нормально все. Я готов. Едем. Ну чего, все? Да, все, да. Пока. Побежала. Много уроков сегодня? Да нет, 2 всего. Часа я через 3 уже буду дома. Пока. Да, Серег, привет, дорогой. Не, скоро буду. Чего? А, помощнику Мамонову идешь, молодец. Засуетился. Не-не-не, не тебе. Все, давай, скоро буду. Давай. Комитет. Здравствуйте. Нет, начальнику. А, его сейчас нет, он на переговорах с поставщиками, но он будет после обеда. Серьезно? А это, случайно, не косметика вашей бывшей сотрудницы, вот Валентины Поповой? Да, это Сила Игнатьевич приобрел для себя 500 подарочных наборов. Сколько? 500? Что же он с ним собирается делать-то? Ну, видимо, дарить всем по праздникам, особенно мужчинам. Да, дела. Я не то чтобы для допроса, но мне просто интересно, он всех сотрудников так после увольнения поддерживает? Ну, не то чтобы всех, но к Попову у него явно особые отношения. О. Он ей офис за копейки сдал. А когда Евгений Николаевич стал документы поднимать, так он был в ужасе от того, что это совершенно невыгодно. Ну, чего же она тогда уволилась, если к ней такое особое отношение? Ну, потому что здесь работать надо. Вот Евгений Николаевич, он для дела все. А Попова, она так... Извините, накипела. Да ничего страшного, ничего страшного. У меня к вам еще один будет вопрос, такой деликатный. Скажите, а у вас есть в компании сотрудник, лысеющий блондин с сединой? Ну, с сединой у нас только Марат Русланович, начальник... автопарка. Угу. Но не лысый. Зато у него вставные зубы железные. Ну, это вряд ли пригодится. Ба! Алексей Алексеевич, ты нашел кнопку включения компьютера? А что у нас, рак на горе свистнул? Может быть, медведь лесу сдох? Что случилось-то? Что ищем? Родственничка Саши. Глеб Завьялов. Клянчит деньги у Сани, прикинь. Так, и что нарыл? Британская разведка? Да, вообще мутный тип, короче. Смотри, значит, несколько раз его задерживали при облавах на это нелегальное казино. Потом он квартиру продал, которую досталось ему по наследству от покойной мамы. Он просто бомж. А живет у нас. Ой, понимаю, Леша. Но, между прочим, в международной классификации болезней игромания стоит на 3-м месте. Официально признанная болезнь. Да? Да. Слушай, пойду-ка я встречу Сашу. Давай, давай. Если что, я наберу. Слушай, а что там у нас с этим-то? С лысым блондином? Да что-то... Ничего не понятно. Надо повнимательнее присматриваться к этой Валентине. Валентина, лысеющий блондин?
Леш, тебе надо отдохнуть. Я имею в виду, что куда ни копнешь, все нитки от Мамонова ведут к этой Валентине. Хорошо. Давай. О, здорово, родственник. Александр пасешь? Я просто жду, чтобы домой вместе пойти. Домой? Ты прям с нами жить собрался, да? Я не к вам приехал, а к Саше. Или ты теперь все за нее решаешь? Слушай, ты, я не дам тебе ее развести на деньги. Понимаешь? Можешь сколько угодно рассказывать про этот сайт, про слепые глазки. А можешь ей рассказать, как ты квартиру мамину проиграл. Ну что, завис-то? Тихо-тихо-тихо, ты что делаешь-то? Ты что творишь? Леша! Мальчик, ты что, с ума? Да чего, Леша, ты, а? Я не трогал его вообще, я его пальцем не трогал, он сам мне начал биться. Послушай, он больной человек, ну больной, ему лечиться надо, он игроман. Он не вылезает из-за подпольных казино. Саша, вызывай скорую, у меня сотрясение. Какую скорую? Какое сотрясение, слышишь? Я тебя сейчас не трогай его! Тихо-тихо-тихо-тихо. Алло. Леша, это срочно. Мамонов запер тещу в доме, грозится убить, требует тебя. Выехал отряд реагирования, я буду через 5 минут. Давай, выезжай. Давай, хорошо. Делай все, что угодно. Жалей, не знаю, гладь по голове и так далее. Но денег не давай. Я тебя поняла. Поняла? Иди. Ну да. Сила Игнатьевич Мамонов, пожалуйста, возьмите трубку мобильного телефона. Старший следователь Леонидов уже едет к вам. Марина Семеновна, еще раз озвучьте, какие угрозы последовали от Мамонова? Сказал, что убьет, зарубит топором, зальет цементом и оставит в подвале. А вы как в дом попали? Он пьяный, вообще ничего не соображает. Как вы попали в дом? Вы меня слышите? Я не слышу вас. Здесь связь очень плохая. Тут... Алло. Поговорили. Значит, ты ему веришь? Понимаешь, Леша, незачем меня обманывать. Он честный, добрый, хороший человек. И ты не унижай меня враньем. Скажи, зачем тебе деньги? Да, я игрок. Играю по крупному уже очень давно. Думал, получится соскочить. Но пока все долгов больше и больше. Почему мама твоя ничего не рассказывала? Она скрывала. Было стыдно, она же всем говорила, что я гениальный математик. Когда она умерла, я продал ее квартиру, чтобы отдать долги. И все проиграл. Я к тебе на последние деньги приехал, я бомж, я не знаю, что мне делать. Здорово. Ну что, говори Мамонову, что я здесь. Ага. Левая тачка. Спасибо. Че, какое у него оружие? Да, значит, непонятно. Теща там перепаниковала, говорит, что вроде как кричит, зарежем, порежем. Ну, видимо, холодное оружие. Ну, короче, давай там разберусь, да? Короче, Леш, без геройства. А? Просто заходишь, работаем по слову экшен. Запомнил? Да, запомнил. Так, все, парни, я туда вхожу, да? Без сигнала не входить. Все будет нормально. Экшен.